От чего же зависит наша с вами самооценка? От нашей красоты? Нет. От наших умений? Нет. От наших талантов? Тоже нет. Как же она формируется? Почему мы имеем ту или иную самооценку? Почему у нас преобладает та или иная самооценка? А преобладает она потому, что мы получали в детстве определенные послания от значимых взрослых. Самооценка формируется в детстве под влиянием сообщений от значимых взрослых людей, потому что ребенок не может оценить себя сам. И вот эти сообщения уходят в наше бессознательное и потом управляют нами уже во взрослой жизни. Именно поэтому так важно менять негативные послания, которые засели в нашем бессознательном, на позитивные, но только уже сознательно. Именно поэтому так важно делать упражнения, которые я давала в предыдущем ролике. И работа с самооценкой абсолютно возможна и абсолютно реальна. Желаю всем успехов!